нас, вот я тоже сетевым работаю, да, то есть именно от нас должна быть грамотная, точная информация, чтобы мы не переигрывали, не доигрывали, то есть чтобы у нас конкретно четко было у всех как одно, понимаешь? Да. Я вот хочу записать видео, первое видео свое. Я хочу там максимально донести ту информацию, которая на самом деле есть на данный момент, и ожидания. У меня, по-моему, даже такое ощущение, что я тебя где-то уже видел на YouTube. Так, Виктория Котыченко. Ну-ка, подожди, я быстренько... Я просто хочу посмотреть, это то видео или нет, которое я смотрел. Сейчас быстренько, извини, пожалуйста. Хорошо, мы подождем. По-моему, это ты. Я, по-моему, прям балдел с этого видео. Сейчас, секунду. Виктория... Ой. Так. Виктория... По-моему, это ты была. Потому что вот по голосу даже вот... У меня память хорошая на голоса, знаешь? Да, точно. Ты там делаешь такие отзывы, да, у себя на канале? Блин, все-таки работает подсознание, как обалдеть можно. Я смотрел это видео и думал, было бы здорово с таким человеком работать и нас знакомят, представляешь? Обалдеть. Жесть какая-то вообще, слушай. Вот. Не, нам реально надо договориться сейчас. У меня просто нет возможности тебе показать. Я тебе вещи покажу, ты больше ничего не сможешь никогда делать. Отлично. Ты больше спать не сможешь. Я когда людям показываю вещи, то, что мы здесь делаем, они все, у них фокус стопроцентный сюда включается. Вот я вам сегодня расскажу прикол, я не знаю, может быть, уже рассказывали. Мы с Андрюхой работаем, да, вот Андрюха Карпухов, я его, ну, он, короче, где-то месяца через два пришел после того, как я начал. Я же работаю напрямую с основателями, то есть я первый русский, так кто вообще это все пошло, да. Я основателей знал до этого, они я стартап делал для одной компании, а они техподдержку делали, они для них онлайн-продукты разрабатывали. И мы там как-то познакомились, и мы так прикалывают, ну и такие легко, такие нормальные, ну, как легко, подожди, по-русски, ну такие нормальные, такие свои, знаешь, пацаны, такие, ну нормальные. Вот, и мы так шутки-мурки, туда-сюда, и потом раз, они меня уже к себе пригласили, я лично познакомился. Я живу, ну, вот рядом со Штутгартом, они Мюнхен, это, ну, 2,5 часа на машине. Я когда туда приехал, они мне мозг как вскрыли своими разработками. Они уже 2 года на заднем плане, никому ничего не говоря, уже это реализовывали, вот это все. Вот. И я, короче, вообще, я оттуда приехал, я дней 5 вообще не мог спать. Мало того, что я не мог спать, у меня жена не могла спать, у меня ребенок не мог спать. Вот у меня энергетика такая шла, что я, короче, вообще покой потерял. А у меня вообще агентство по недвижимости было вот последние 5 лет, то есть я занимался недвижимостью довольно-таки успешно. Но покоя не давало, то есть пассивный доход, охота, знаешь, то есть это... Ну, я не смог на недвижке это сделать, это реально непросто было. Ну, с большими финансами можно, но у меня их нету, я-то простой парень, знаешь, я все как по ходу пьесы обучаюсь, знаешь. Вот. И когда я вот это вот увидел у них, я говорю, все, я так заразился. Короче, мой результат очень прост. Я в прошлую пятницу отказался от своей недвижки, я ее вообще больше не делаю, я полный фокус делаю теперь сюда. За 3 месяца я догнал доход 1000-1200 в день. Ого. У меня, короче, пацан есть, которого я пригласил, это Андрюха, у него в эту неделю доход 32 тысячи. Когда мы там договариваемся встретиться, пообщаться? Да, сейчас. Так. На 2, на 14. Да, у тебя час, у меня час. Да. Так, у меня час, да, я могу, у меня, если у меня час, то я могу ровно 2 часа уделить тебе. О, все, отлично, значит, в понедельник. Да, то есть мы прям закроем, ты прям ручку все подготовишь, мы с тобой все запишем. Если что, даже можем видео записать с разговора, чтобы тебе потом записки делать, знаешь. Да? Потому что я тебе дам столько информации, что ты просто реально готовься. Ну что, тогда договорились, я очень рад знакомству, Вика. Ну смотри, как природа работает, обалдеть. Я вот буквально вот смотрел, и причем это видео я недавно смотрел, вот, я его смотрел дня 4-5 назад. У меня вообще все, короче, что я себе представляю, у меня все в жизни происходит. И я пишу скайп. Все, я записался. Ой, я так рад, что мы познакомились теперь, вообще прям очень приятно. Он еще ждет нас большое будущее. Так, ладно, я пошел съем крокодила какого-нибудь, я вообще есть хочу. Только завтракал сегодня. Ну все, приятного аппетита и спокойной ночи. Спасибо. Все. Спасибо, Вика. Ром, давайте на связи, да? Пока-пока. Да, пока. Вика? Да. Вот такое необычное знакомство. Я, конечно, впечатлен, что вы тебе так... Да, приятно было услышать. Ох уж это немцы. Смотри, коротко подпитаю тебя еще чуть-чуть. Смысл в чем? Мало того, что он мне
показал доходы с этого какого. С рекламы, то, что ты спрашивал, да? Угу. Вот. Плюс он сказал, что это еще не включены доходы за. Так, то есть сейчас это доходы с покупок. Потом доходы сейчас включат доходы с рекламы, после чего подключат доходы за сравнение цен авиабилет, ЖД-билеты, вот, потом туристические путевки и прочее, прочее. И говорит, это все будет именно за рекламу. И потом анимированная реклама еще дополнительно там вот эти фишки подключатся. Он говорит, вы просто, ну, говорит, Рома, все работает, все круто, говорит, и дальше, говорит, ну, говорит, вы не сможете спать. И тут как раз я тебя подключаю, думал, давай, говорю, подключим, чтобы не только я это слышал. Класс, класс, класс. Ну, да. И они уже эти доходы получают, да, в Германии? Да, он там сейчас, блин, куда я сохранил или не сохранил сейчас. Скриншот, да? Смысл в чем? На этой ссылочке он должен был выделить деньги, которые пришли на... Там мелочи как бы немного, но сам факт, что это работает. Потому что он говорит, у меня в Германии всего лишь 20 клиентов, все остальное это Россия. Угу. Вот. И получить. И он говорит, что там есть доходы, которые готовятся к начислению, есть те, которые уже на вывод. Uh-huh. То есть и то работает. Все, что на вывод, все работает. Фишка в чем? Две недели они висят на вывод, готовятся. Почему? Потому что клиент может вернуть покупку обратно, да, там, ну, либо еще что-нибудь сделать. И компания раньше времени да, не платит. Да, я поняла. Uh-huh. Вот таким, как только утверждается сумма, все утверждается, транзакции все прошли, там eBay, например, рассчитался с iBattler'ом, только после этого iBattler это надо было вставить. Ну, я поняла, да. Вот. Это нормально. Посмотри скрин, я его сам еще не видел, потому что я не загрузился, но он мне описал все, что на этом скрине. Вот, это, по идее, с маркетингового кабинета. Вот, ну и все остальное ты узнаешь вместе со мной, что нет, какие-то не новости, потому что он реально первый источник от немцев. Угу. Вот. Это он, подожди. Первый источник одни. Это он переводит? Да, да, да. Ага. Он переводит, он и меня с Миллерами зарекрутировал. Вот. Это, через него мы все это дело делали. Вот. И в принципе. Угу. Он знает все. Короче, он самый главный наш спонсор, я поняла. Ожидаемый на выплату. Прикольно, прикольно. Вот. Слушай, ну вообще, я, конечно, тоже заражаюсь этим всем уже. Чувствую, сейчас начнется. Движение. Так, ну хорошо. Давай, приятных тебе выходных. Да. Если будут вопросы, до звони. Буду только рад, если они у тебя появятся до. Окей, у меня воскресенье, завершающая часть, у меня здесь на Украине, я на связи, и потом в России еду. Так, и ты в понедельник уже успеешь прямо на связь выйти с нами? Нет, я смотрю, как сейчас пойдет. Мне, скорее всего, в понедельник мы выйдем на связь, и вечером у меня будет этот автобус. Ну, хорошо, все, окей, ладно, давай, до встречи тогда, пока. До встречи, пока-пока.